Добро пожаловать на Кандыкские горячие источники, целебные. Находится это все в Абхазии. Выглядит это следующим образом, как вы, собственно говоря, видите. Ну а мы сейчас будем заныривать и смотреть, как это будет в натуре. Прямо посмотрим, почувствуем своим телом. Людей приехало очень много, вот вечер. И несмотря на это, машины и люди подъезжают, подъезжают и подъезжают. Даже есть туристические автобусы. В общем, стоит это удовольствие 300 рублей. 300 рублей, камера хранения, если кому-то нужно будет 50. О, вид отличный. Объясню принцип. Вот здесь вот наименее горячая вода, после нее можно окунуться вот в холодных бочках, и соответственно вот по градус повышается бассейн за бассейном. Это получается 1, 2, 3, и четвертый самый горячий, 45 градусов, это вот там вверх и вправо. Там же идут Шарко, но и полезные свойства. На дне такая же плитка, вот потихонечку сюда можно спускаться. Пока что вода теплая. Камни? Камни на дне, да. Но там самые смелые в бочке прям заныривают. Передевалки. Ну, здесь вот можно плавать, получается. Ой, на самом деле по кайфу. Классный горный воздух. Такие водные процедуры, теплая вода. Реально класс. Не, классно, горный воздух, да, вот такая вот прямо водная процедура. Вот в Исландии, да? У них голубая лагуна, -45, и там горячая вода, что он делал. Очень потрясающе. Да, только осталось, что там его никто не греет, он их под землей. Ой, ну тут прям такая горяченькая вода. Ну да. Короче, а здесь вода прям реально горячее. Так, ой, тут уже в море купается. Точнее, еще купается. Ну прикольно, прикольно. Такой контраст температур чувствуется. Повышаем температуру дальше. И дальше у нас сколько? 40 градусов, да, идет? Сороковочка у нас, да, дальше? Следующая, да. Вообще отличная история. Привести себя в порядок после новогодних праздников. Моментально прямо приходишь в нормальное состояние духа, тела и мыслей. Но здесь холодно, как бы прохладно по сравнению с остальными, да? Да подожди, давай аккуратно, тут глубоко. А нам сказали, что вот этот вот потеплее должен быть. Да? Но нет. А вы там были уже, да? Да, там тепло. Там тепло. Ну, я скажу, что в этом определенно есть смысл. Такой контраст температур, свежий воздух. Воздух это однозначно полезно для здоровья. Однозначно. Ну и не просто так здесь самое большое количество народа, потому как самый теплый бассейн в здешних местах. Да, он горячий прям. Вот какой? И я хочу туда попробовать. Вы видите? О. Ну как ощущения? Очень классно. Короче, нам всем очень нравится. Или очень классная тема. Душ Шарко. Массаж. В режиме реального времени. Понятно. Вот люди, так сказать, в полном боевом. Целебный, как говорят. Потому как источник сам целебный. И грязь целебная. И все, что с ним связано, тоже целебное. Вообще... бодрит, хочу сказать. И если стоит задача прийти в себя, привести свои мысли в порядок, это очень хорошее место.